Привет, вот мы видим перед нами трактор. И теперь, как разделить каналы? Идем в настройки, теперь щелкаем, здесь выбираем, ну, у вас, если одна карта, то оно и стоит уже изначально, что что-то наподобие такого RealTag или еще какая-то фигня. В общем, здесь, по идее, оно само подхватывается, ну, если тут пустота, то щелкните на этот треугольничек и из списка выберите единственную карту, которая есть. Дальше, где разделяются каналы? В настройках Output Routing. Вот то, что, про то, что я говорил, external и internal. External — это для, когда вы используете внешний микшер, когда у вас многоканальная карта, и internal — это когда вы используете программный микшер трактора, и когда вот, в общем, для нашей ситуации, которую сейчас мы обсуждаем, подходит настройка internal. По умолчанию у вас стоит вот так, или на мастере, или на мониторе LR. Вот, это значит, что это правый и левый канал вашего стереовыхода внутренней карты, встроенной карты. Что делаем? Все очень просто. На мастере мы оставляем левый канал, а на монитор выбираем правый. Что у нас получается? Что у нас, ну вот как раз, да, левый только будет работать канал на мастер, а правый будет на прослушку на монитор. Все закрываем. Теперь... как оно будет работать? Вот мы опускаем вот наш встроенный микшер, мы опускаем фейдер. Это будет у нас композиция, которую мы собираемся, как бы, которую мы прослушиваем и подбираем ее скорость или прослушиваем в наушниках. Вот. А это эфирная композиция, которая играет на мастер. Запускаем ее. Вот. Она у нас звучит в левом канале. Вот. А эту мы можем услышать, если нажмем на вот эту кнопочку. Вот. Она у нас появляется в правом канале. Вот. Вот все, в принципе, работает. Сейчас я переключусь опять в визуальный контакт. Визуальный контакт! Контакт визуальный. Вот, чтобы показать, какие я провода использую, чтобы подключить все, закоммутировать, и чтобы это все имело максимально приближенный к действительности вид. Окей. Визуальный контакт.